начинаем наш урок, как всегда. Я, в общем-то, я не человек, который дает лекции. Я веду беседы. Я веду беседы, и поэтому, как всегда, будем беседовать. Сейчас мы закончили книгу Берешит. Я думаю, это самая интересная часть Торы. Почему? Там описывается про наших прародителей, как женился Яков, как женился Исхак, где родились, у кого родились. Очень интересные истории, и Тора пишет об этом очень-очень подробно. Но из всех этих персонажей, кто для меня очень-очень дорог, и который я очень-очень восхищаюсь и люблю, это образ Йосефа. Йосеф. И такое имя красивое – Йосеф. Да? Йосеф рос без мамы. Рос без мамы, и отец его очень баловал. Он его очень любил и очень баловал. Он видел в нем потенциал, который не видел ни у кого из своих сыновей. И потом ему было жалко, как это так, ребенок растет без матери. Он старался дать ему как можно больше внимания. А братья Йосефа немножко испугались. Они сказали: если сейчас папа предпочитает Йосефа, значит, завтра он ему выделит больше наследства. Завтра он нас всех разрозит. Вот этот Йосеф, который любит папу, и папа любит его. И Йосеф имел такую эту способность. Он был молодой, ему было 15-16 лет. Он ходил с друзьями, с братьями. Если он видел что-то не так, он приходил к папе и говорил: ты знаешь, братья поступили вот так, я думаю, что неправильно. И потом папа брал этих братьев и ругал, говорил: как это так? Вы неправильно поступаете, так не поступают мои сыновья. И потихонечку-потихонечку они обиделись на него, сказали: он специально делает раздор между нами и папой, он останется с папой, а мы должны будем отойти, а мы этого не хотим. Мы хотим, чтобы у нас была дружная семья. И что получилось? Они затаили в себе ненависть к этому молодому человеку, к мальчику, а он был очень-очень простой, очень нехитрый. Он даже, он видел, что не к нему так относится, но все равно стремился к нему. Он приходил и говорил: вы знаете, я видел сон, в этом во сне были вы, и я, и папа, и мама. И он рассказывает им сон. И в этом сне они ему подчиняются, они поклоняются ему. Им стало плохо, сказали: что, ты еще и сны такие видишь? И папа обратил внимание на его сны, что это сны вещи. И он обратил внимание, что мальчики так относятся к нему. Но он думал, что это все обтерется, обойдется. И что получилось при первой же возможности, когда он пришел к ним? Когда они работали, пасли скот, они сказали: вот пришел к нам сновидец, вот приехал, пришел наш дорогой братец, вот сейчас мы с ним поговорим, вот сейчас мы с ним рассчитаемся. И они решили, что надо его уничтожить, убить, чтобы его не было и чтобы не было раздора в семье. Но что они сделали? Они сели и сделали суд. Они сделали суд, и по решению суда, еврейского суда, они все разложили, все поинты за и против, он должен умереть. И Рубен, старший брат, пришел, сказал: почему мы должны его убить? Он наш братик, мы потом придем к отцу, что мы ему скажем? Сказали: убивать не надо, давайте бросим его в яму, что будет, то будет, и все. И Рубен ушел, а братья сказали: ну, хорошая мысль, зачем нам убивать его? Раздевают его голым и бросают в яму. И вот этот мальчик, который был такой любимый, такой избалованный, такой изнеженный, такой красивый, он плачет у них в ногах и говорит: братья, пожалейте меня и простите меня, и не бросайте меня в яму, пожалуйста. Пожалуйста, братья мои родные, я себя вас люблю. Они сказали: нет, нет. Раздели, бросили в яму. Теперь они подумали: что нам даст это в яму бросим? Ну что? Здесь, видно, они караван идет. Давайте мы продадим в рабы. Все, мы его не убили, мы его не сами продали. Будем спокойны, и он исчезнет из нашей жизни. Они вытаскивают его из ямы и продают его ишмаэльтянам. И эти смотрят на него, такой красивый мальчик, светлый, белый. Они говорят: это наш раб, мы его продаем.
постов, они его купили, потом перепродали, и каким-то образом попадает в Египет. Я не хочу рассказывать всю историю, я хочу отметить два момента в образе Иосифа. И вот он оказывается в Египте рабом. Раб. Никаких прав он не имеет. Ничего, ни на чем не может стоять. Попадает он в дом царедворца, как его звали? Путифара. Путифара. И там молодая жена, он молодой парень, 17 лет. Он понравился жене Путифара, которая одевается ради него 3 раза в день. Он опускает голову и не смотрит, потому что он понимает, что это для него испытание, что она придумала сделать ему воротник сюда, чтобы не смел опускать голову, он должен был ходить вот так, воротник, дети вот так держал, чтобы он ее видел, она мелькала перед ним все 24 часа, что он там работал. И она предлагала себя по-хорошему, по-плохому, за деньги, без денег, она обещала ему золотые горы. Он сказал, я не могу, ты принадлежишь моему хозяину. Хозяин доверил мне все здесь, весь дом он мне доверил, я не могу тебя сейчас использовать. Но посмотрите, как тяжело, 17 лет мальчику, он один в Египте. Братья продали, значит, братья никогда не придут его вызволять. Папа не знает ничего, потому что он слышал, что братья дали клятву, что они папе никогда не расскажут, что это произошло. Нету никакой надежды здесь выйти отсюда. Так почему не плюнуть на все, вести такую разгульную жизнь? Жена вот здесь, в этом доме, она девушка молодая, женщина красивая, предлагает себя. Почему нет? Он молодой, он раб, никаких прав не имеет. Здесь он будет иметь все, что он хочет через нее. И он выстоял, сказал нет. Я на это не пойду. Я на это не пойду. Что еще он сделал? Это меня просто убивает. Один в Египте еврей. Он сказал, я останусь евреем. Он не ел некошерную пищу. Он обучил 10 человек, перевел их в еврейство, чтобы он имел возможность молиться с ними, чтобы он имел возможность выполнять еврейские законы. Удивительно, удивительно. Опять-таки простая логика. Я здесь до самой смерти. Меня так обидели братья. Такую вещь мне сделали, продали меня. Голым раздели. Какое унижение. Какой беззаён. И все, и никакой надежды. И еще один момент. Случилось то, что случилось, его сажают в тюрьму за попытку изнасилования. Так по-русски мы скажем. Он попадает в тюрьму, и что в тюрьме он делает? Он опять работает там, да? Но опять-таки, вот если бы кто-то из вас попал, я сужу по себе, я бы попала, я была бы злая, призлая. Я бы на весь мир я была бы злая. На Всевышнего я была бы злая, на своих братьев была бы. И целый день бы сидела и думала, все это надо чертовой матери. Все и всех. Я бы ругалась со всеми, кто там сидит в тюрьме. Я ругала бы с начальниками, которые приходят проверять. Со всеми ругалась. Почему? Зло было бы в сердце. Обида была бы за то, что так несправедливо отнеслись к молодому парню, которому 17 лет. А он что? Посмотрите, сколько в нем хороших черт. Он видит доброта, доброта. Он видит, что два там в тюрьме сидят, два человека, бывшие помощники Паро, и они расстроенные. Он подходит к ним, он в таком состоянии сам подходит к ним и говорит, что вас тревожит? Что вас тревожит, он им говорит. Слушайте, сколько надо иметь доброты, сколько надо иметь ласки, чтобы при всем его состоянии подойти еще к ним и так сказать, может быть, я вам могу помочь? Чего с вами? Каким надо быть? И они говорят, вот нам приснился сон, мы не знаем разгадку этому сна. Ну, давайте я вам попробую, разгадаю. И я вот поражаюсь вот этой доброте, поражаюсь, что он не держал в себе это зло.
как он это смог сделать? И потом, через много лет, когда приходят к нему братья, и он их узнал. И сейчас он на самой высоте, он помощник Паро, он в его руках, все это государство, все в его власти. Сейчас он может сделать с братьями все, что он хочет. Может посадить, может их убить, может навсегда оставить в тюрьме. Миллионы возможностей для него. Отомстить братьям. Миллионы возможностей. И он что делает? Когда он открылся братьям, и братья поняли это. И говорят, они поняли, что сейчас власть в его руках. И он заплакал, подошел к каждому брату, обнял его и говорит: не переживайте, что вы это сделали. Это сделал Всевышний, чтобы меня привести сюда. Теперь у вас сейчас там голод в Кнан, и я имею возможность вас привести сюда, в Египет, и спасти ваши семьи. Кто бы такое сказал? Никто. Я думаю, нету второго человека в мире, который бы смог вот так по-доброму это сделать. Иногда у нас есть маленькие какие-то споры и дрязги. И мы говорим: ох, придет время. Ой, придет время, я отомщу. Да. И потом мы это держим в себе. Мы можем держать это очень долго, да. И может прийти время. И тогда мы с таким наслаждением, да, с таким этим отомстим по полной программе. Вот теперь нам стало легче. Вот теперь. Я знаю одну женщину, которая развелась с мужем уже 30 лет. Уже 30 лет прошло, дети уже выросли, у нее уже внуки, она уже ждет правнуков. Но когда начинает говорить про своего мужа, она говорит с такой злостью, с такой ненавистью. Я говорю: почему? Почему? Уже 30 лет прошло. Все уже забылось. Она говорит: нет. Я не отомстила ему до конца. Это меня мучает, что не отомстила, а могла бы. Да? Посмотрите, какие мы, да? Хорошие женщины, приятные. Бабушка прекрасная. Мама необыкновенная. Но она позволила себе держать вот это зло на него, обиду на него, ненависть на него. Смотрите, уже 30 лет. И она сейчас не дает себе возможности отойти от этого. Нет. Она держит, чтобы при первой возможности, которая будет, она отомстит ему, она припомнит ему, все разложит. 1, 2, 3, 4, 5. Чтобы докончить. Чтобы докончить. И поэтому мне так важен этот образ Йосефа, который был такой добрый, такой умный, такой мудрый, который понял вот эту вещь. Смотрите, какие условия поставил его Всевышний, и он выдержал. Он не дал вот этой злобе своей расти. Он ее вытащил, он ее выкорчивал. Конечно, у него была обида. Конечно, ему было больно. Конечно, это даже трудно себе представить. Но он смог найти в себе силы остаться добрым. Простить. И простить. И простить. Никого в Торе не говорят цадык. На Йосефа говорят Йосефа цадык. Йосефа цадык. И я считаю, он достоин каждого слова, что ему дали. Йосефа цадык. Он был правителем Египта. Посмотрите, он был правителем Египта столько лет. У него родились 2 сына. Он одна семья в Египте. Продолжается, еврейская. Теперь, там есть он министр. Он министр министров. Теперь у министров нет день рождения детей. Там нет египетских школ. Все это есть. Детей его приглашали. Дети должны были ходить. На утренники ходили, на день рождения ходили, на праздники ходили. Но они не ассимилировались.
он сумел так их воспитать, что у них был иврит, родной язык, запросто говорил. И египетский они знали. Все знали, но они знали, что они евреи. Они знали, что они еврейская семья. Он их научил. Да, это второй вопрос. Он научил их делать шхита. Всему, все, что можно, нужно было делать, он их научил. Он их научил. И Бог ему послал жену, тоже еврейку. Но сейчас я об этом не хочу останавливаться. Я хочу сказать, какая... Дочка Дины. Насколько он высокий был. Насколько он громадный был. Смотрите, сейчас у нас существует такой минхаг в пятницу. Когда наступает пятница, мы садимся за стол, и папа благословляет мальчиков. Как он их благословляет? Чтобы вы были такие же, как Менаше и Ефраим, дети Юсефа. Почему? У нас есть Авраам, Ицхак, Яков. Есть много примеров еврейских. Почему? Потому что они были первые дети, которые росли в Галуте, не в Израиле. Они были единственные дети, единственная семья в Египте, и они не ассимилировались, они остались евреями. И поэтому наши мудрецы нас учат, что наша задача вырастить наших детей здесь уже. Мы тоже в Галуте. Мы в Австралии тоже в Галуте. Мы в Австрии тоже в Галуте. Я думаю, что в Израиле мы сейчас тоже в Галуте. Израиль еще это не то еврейское государство, которое должно быть в Галуте. И мы обязаны вырастить своих детей, как Менаше и Ефраим. Смог Йосеф это сделать? Там одна семья. Тем более мы можем сделать здесь, сейчас, у нас в Америке. Необыкновенные условия. Я думаю, это золотой век еврейства. Сейчас здесь, в Америке, когда у нас все есть, все возможно, все возможно. Никто не препятствует, никто нас не останавливает. Пожалуйста, делайте. Не сделаем. Это наша вина, это наша неудача, если мы не сможем это сделать. Но у нас есть такой образ необыкновенный, такой пример Йосефа. Это такая самая верхняя планка. Если он сумел это сделать в тех условиях, что он был рабом в Египте, тем более мы, живя здесь, в Америке, в Европе, в Австралии, где бы мы ни были, мы можем сейчас в этих условиях тоже сделать, потому что это возможно. Дай Бог, чтобы Бог нам помог, дал нам силы духовные, физические, возможность вырастить наших детей, наших внуков так, чтобы они чувствовали себя, что они евреи, чтобы была у них связь со Всевышним, и чтобы Всевышний никогда не оставлял наши семьи, наших детей, наших цицаим и вел их по правильной дороге, чтобы никогда мы не пошли ни налево, ни направо, мы все время чувствовали вот эту связь нашу со Всевышним. Амин, в амин. Вопросы? Пожалуйста. Да. Да. Смотрите. Когда не разговариваешь с человеком, был конфликт. Этот конфликт неразрешенный. Вы его оставили под ковер. Закрыли его и сидите спокойно. Неразрешенный конфликт приводит к болезням. С двух сторон. Это раз. Во-вторых, неразрешенный конфликт, значит, между человеком и человеком, Бог не может его разрешить. Если у меня с кем-то не раздор, я не разговариваю, значит, Бог не может зайти помирить меня с этим человеком, пока я сама не помирюсь. Но что еще проблема, что когда мы уйдем из этого мира через 120 лет, и у нас осталась неразрешенная проблема, она остается неразрешенной там, и она нам не сможет, не даст возможность пойти в Ган-Эден. Никакой человек в Ган-Эден, сколько бы он ни делал хорошего, не попадет, если у него остался неразрешенный конфликт с человеком. С этим человеком. И Бог,
и Бог хочет нам помочь, мы сделали все здесь правильно, мы сейчас заслужим Ганеден. Он не может нас пустить в Ганеден, потому что у нас остался неразрешенный этот. Что нам, что он может сделать? Самое лучшее, что могут сделать, вернуть нас в эту землю сюда, обратно. Вернуть этого человека обратно, если нас, мы заслужим это, чтобы мы опять встретились, и чтобы мы просили друг друга. Но нам надо, может быть, это ваш случай, когда вы уже были там, и вас вернули с ним вместе. Поэтому очень важно, когда мы с кем-то встречаемся, мы не встречаемся просто так. Мы встречаемся, потому что это судьба. Это судьба. Теперь, если мы с кем-то ругаемся, нужно 10 раз подумать и закончить этот конфликт как можно раньше. Я всегда говорю, во-первых, нет, предотвратить, а во-вторых, закончить. У меня был такой эпизод в жизни, я его часто рассказываю, потому что он такой очень показательный. У меня умер брат молодой, 51 год был, много лет тому назад. И каждую субботу мы вся родня, сестры, тети, подруги собирались в его доме. Вот в доме, чтобы почтить его память, вспомнить о нем. И вот в один прекрасную субботу я прихожу туда, в его дом. Конечно, настроение тяжелое. Тяжело приходить в его дом, тяжело его вспоминать. Молодой ушел, одну только свадьбу увидел. Приходит моя тетя пожилая. Ну, то, и у нее тоже так же. Всем тяжело, кто заходит в этот дом. Уже тяжело заходить туда. И она заходит сюда, увидела меня и говорит, что это за безобразие? Ты со мной не здороваешься. С чего она видела, что я не здороваюсь? Это был поклёп. И мне стало обидно, как так она при всех сейчас вдруг на меня так набрасывается, будто со мной не здороваешься. Я села и подумала, ответить можно? Ответить мы все знаем, как ответить. Я могу сейчас ей ответить и показать, что я тоже? А я подумала, боже мой, как я потом с ней помирюсь? Как? Потом помирюсь, если я сейчас я подхожу к ней и говорю, я очень извиняюсь, ты моя родная, ты моя дорогая, ты мне очень дорога. Я знаю, что сейчас такое несчастье, вот мы сейчас с тобой посидим. И она отошла, и она уже на меня не обижала. Да, я что-то там сказала, сама не знаю что. Все, конфликта не было. И мне стало так легко на сердце. Думаю, боже мой, как хорошо, что я с ней помирилась. Что бы потом было бы? Поэтому перед тем, как начинать с кем-то, мы можем ответить, можем доказать. Правда будет наша. Счастье лучше, чем правда. Правда хорошо, а счастье лучше. Нам надо подумать, что будет. Конфликт останется. Через день, через два, через неделю, через месяц будет тяжелее подойти к ней. Тяжелее просить прощения. Тяжелее закончить этот конфликт. А тем более сейчас, когда есть телефоны, когда у тебя все горит, ты поднимаешь одну трубку. Израиль, Австрия, Австралия. Запросто можно позвонить и сказать, вы знаете, что она мне сказала? А еще у всех есть сестры, а у всех есть подружки. И все скажут, ты права. А, я права. Надо до конца добить ее. Да? Все, этот конфликт ушел, разошелся, не дай Бог. Не дай Бог. Поэтому каждый раз, когда у нас здесь занятия, я все время говорю, конфликт надо разрешать. Конфликт надо, если есть возможность, не допустить. Мы все горячие. У нас у всех кровь кипит, и мы все грамотные. Мы все умеем разговаривать. Но мы должны быть мудрыми. Мы должны знать, конфликт нельзя допускать. Если уже допустили, надо его закончить. Тяжело. Чем раньше, тем лучше. Чем позже, тем будет тяжелее. Тем будет тяжелее. Поэтому это надо иметь в виду от того, что мы не разговариваем. Все, после помиритесь, а потом не общайтесь. Не надо быть потом подругами. Не надо помириться. Хай-бай. Все. Никто не говорит, что с врагами надо дружить. С врагами надо... Есть люди, с которыми не можно дружить. Они конфликтные. По натуре своей конфликтной. Как бы ты с ними ни говорил, они будут конфликтовать, что-то придумают. Этот сказал, этот перешел, этот перенес. И будут вас все время болеть. От них надо быть подальше. Но свой конфликт надо закончить, а потом хай-бай. Все очень хорошо, мы тебя знаем. Ты там, я здесь, ушел. Все. Вопросы? Пожалуйста. Бывают такие случаи, когда
советуете с рабаем и природный подход к человеку? Да. Все. Значит так, по Торе наши так. Если вы не можете сами разрешить конфликт, он уже застарел, тогда есть возможность, что нужно три раза взять с собой двух людей, три раза подойти к человеку, показать ему, что вы хотите мириться, что вы хотите разрешить конфликт. Если вы сделали три попытки на паблик, вы пришли с кем-то к ним, не просто так вы пришли, это, то ваша вина убирается, это уже ее проблема, у вас этой проблемы нету. Это уже окончательное решение вопроса. Это уже пускай она сама раздумывает и думает, как и чего. В конце концов, сейчас люди очень много знают, только очень много слышат. Много есть лекций, много есть книг, много есть возможности узнать. Уже знают. Уже немножко должны понимать, что в конечном итоге это плохо будет для нее, для него. И потом доброта. Смотрите, есть люди, рождаются добрыми. Один на тысячу, один на 10 тысяч рождается цадеки добрый, который всех прощает. И это. Мы не такие, мы средненькие. Мы должны работать над собой. Мы должны развивать эту доброту. Мы должны делать все хорошее. Почему мы хотим вот эти хорошие качества свои развивать? Это тоже нелегко. Нам это нелегко, потому что мы не родились такими. Мы должны стать такими, но у нас есть образ Йосефа Цадык, который был такой, можно это сделать, и он пережил такие страшные вещи и простил, а мы тем более на свои маленькие эти можем это сделать. Вопросов нет? Всего хорошего, будьте здоровы. Спасибо. Завтра спасибо. Начинается Рош Ходеш Шват, слава Богу, Тевет ушел, тяжелый Тевет у нас был. Дай Бог, чтобы много счастья, радости. Любая лекция, которая проводится здесь, в Орнатане, я хочу сказать, вообще, да, она всегда, кстати, она всегда приходит вовремя и отвечает на все твои вопросы, которые у тебя возникают. Мы вот сейчас сидели, прекрасную лекцию слушали, мисс Мирьям, и я думаю, что каждый из нас сидел, я, например, сидела, думала тоже, она говорила, а у меня в мыслях проходили какие-то факты моей жизни. И я просто мысленно, как бы мисс Мирья мысленно направляла меня в правильное русло. Это самое главное. Потому что не бывает случайных вот встреч, да, мисс Мирья сказала, не бывает случайных, ничего случайного нет в этой жизни. И если я пришла сейчас на этот шиур, и я его послушала, я думаю, это для, я для себя получила урок. Очень необходимый урок. Я думаю, каждый из нас точно так же получил урок. Тем более, вот мисс Мирьям рассказывала, что об Йосефе тоже мой любимый персонаж, потому что очень давно-давно, когда я еще не была еврейкой, этот персонаж пришел ко мне во сне, Йосеф. Я тогда не знала, кто такой Йосеф. Поэтому это... Этот персонаж, он особенно близок и дорог мне. И вот когда об этом персонаже я читаю или рассказывает кто-то, я всегда лишний раз, еще раз получаю для себя что-то. Потому что это действительно тоже мой любимый персонаж. Мы не первый раз слушаем лекцию мисс Мирьям. Она беседует с нами каждый урок иврита. Мне хотелось бы узнать, что вы получаете от этих лекций. Ну, вы знаете, будучи уже не молодым человеком, как-то ты уже не живешь ежедневными заботами, а ты думаешь, какой курс, какое направление основное в твоей жизни. И идешь ли ты по правильному курсу? Я думаю, что мисс Мирьям дает нам вот этот правильный курс. Что наш правильный курс, во-первых, приумножить свои знания о
том курсе, по которому мы должны идти, и передать эту эстафету нашим детям. Я думаю, что каждая лекция помогает нам укрепиться в том знании, что мы избрали правильную дорогу, ту единственную дорогу, которая может нам помочь сохраниться как нации. И каждый раз она повторяет, и это укрепляет нас в уверенности в том, что мы это должны передать своему потомству. Вот это единственный путь, как мы можем выжить, как мы можем улучшить мир и улучшить себя, во-первых, улучшить через своих детей, через свое потомство, улучшить мир. И она нам дает вот это вот правильное направление, как опытный, умелый капитан. Вот мы очень ей благодарны. И вам, мисс Мора Орли, мы вам благодарны тоже, что вы нам помогаете делать мицву. Это большая мицва изучать иврит. Огромное вам спасибо за ваше терпение и за ваш огромный труд, огромный вклад в наше образование. Самое главное, что делает мисс Мирин, она ведет к совершенству нашу душу. Каждая лекция – это невероятное духовное обогащение. И что интересно, вот столько доброты в ее словах, и эта доброта, она как бы отзывается в нас, и наше восприятие всего окружающего, оно совсем другим становится. И мы тоже становимся добрее, более терпеливыми. И, вы знаете, вот это очень важно. Не обижаться, прощать. Этому учит нас мисс Мирим. Потому что Ашем, он прощает все. А вот когда между людьми возникают конфликты, вот здесь Ашем не вмешивается. Он не прощает конфликты, которые возникают между людьми. И этот грех мы несем в своей душе. Вот мисс Мирим, она нас учит, как не совершать таких поступков, которые потом повредят нашей душе. Самое главное ее черта – это невероятная доброта. Это то, что так необходимо людям. Вот если бы все люди умели прощать друг друга, не конфликтовали бы друг с другом, мир был бы совершенно иной. И я считаю, что мисс Мирим как раз-таки помогает нам улучшить этот мир. И мы все очень ей за это благодарны, потому что мы ощущаем этот мир уже по-другому. И мы стараемся следовать ее совету и не совершать тех ошибок, о которых она нас предупреждает. Это очень важно для нас. И мы очень благодарим нашего наставника, нашу учительницу, нашего друга. Очень мы благодарны. И благодарны еще за то, что есть у нас возможность изучать наш родной язык, который мы никогда не знали. И приобщиться к тому самому высокому, самому главному для нас – это изучение Торы. И все это возможно здесь, в Орнатане, под руководством мисс Мирим и под руководством ее сына Рабая Нахума. Низкий поклон им обоим и огромнейшая наша благодарность.